Всем привет! Я сегодня зарезала петушка. Вот такой вот неплохой, я бы сказала, петушок. Я еще его вот не разделала до конца, но решила заснять. Вот. Потом я хотела показать, значит, свои заготовочки. Вот я столько закрутила этих огурчиков. Вот помидорчики. Здесь тоже огурчики. Вот. Огурчиков у меня получилось 27 баллонов. Помидоров, значит, 7 баллонов. И я еще сделала аджику. Вот. Вот такие баночки я закатала. Аджика у меня получилась. Сегодня я, значит, делала... Вот я укутала. Я сегодня делала салат. Вот это из баклажанов. Вот такой вот салатик у меня получился. Вот, я его стерилизовала. Стерилизовала в мантышнице. Сначала жарила в казане, потом стерилизовала в мантышнице. Вот такой вот у меня получился салатик из баклажанов. Вот, я сейчас он у меня под шубой здесь стоит. Еще горячие банки. Вот. Еще я вот собрала, значит, оставшуюся ягоду дома и сделала. Вот у меня столько получилось желебаночек. Я буду ее закрывать бумагой опять. Вот она у меня сейчас стоит здесь открыто. Я просто сверху накрыла ее и все. Вот.